Почему не стрелял? Не понял. Там, в доме, Натаниэль мог выстрелить и убить меня. Почему ты не стрелял? Чтобы действовать, нужно владеть всей информацией. Прежде чем принимать решение, я думаю. Да ладно, на решение была секунда. Он мог прибить меня, прежде чем ты очухался. Ах, прости. Я думал, ты крепкий парень, который не раз попадал в переплет. И который не дрейфит по пустякам. Иди ты знаешь куда, Норман. Вот он. Ярослав Корда? Да. Лейтенант Картер Блейк, у меня есть пара вопросов. Черт, не стой столбом, он же убежит! Эй, смотри, куда! Как же тут холодно. Даже руки онемели. Выходи. Покажись, ублюдок. Куда провалился Блейк? Похоже, мы поймали нашего мастера оригами.